Нас не нужно жалеть, ведь и мы никого б не жалели. Мы пред нашим комбатом, как перед Господом Богом, чисты. На живых порыжили от крови и глины шинели, на могилах у мертвых расцвели голубые цветы. Это наша судьба, это с ней мы ругались и пели, подымались в атаку и рвали над бугом мосты. Нас не нужно жалеть, ведь мы никого б не жалели. Мы пред нашей Россией и в трудное время чисты. Война – это жестокость. Вот это и называется война. Жестокость. Без жестокости мы бы не победили. А Советский Союз, как говорится, победил немецкую армию только лишь не техникой, а людскими резервами. Короче говоря, трупами. За два дня боя полк вышел из строя. Не с кем потом воевать стало. Вот некоторые говорят, война не страшна. Значит, он не был на фронте. Война страшна. Не хватало патронов. Вот пострелял, береги. А вдруг немец пойдет наступление, чем ты будешь отстреливаться? Вдруг пойдет немец наступление, танки появятся, чем пушки будут стрелять? Тоже нет. Берегли запас этот вон, хотя по 10 снарядов на пушку. На переднем крае находил, смотрю, батальон бежал. Я: «Стой!» Остановил батальон. «За мной! Вперед!» Мы так, столько немцев побили. Они пьяные. Автомат в живот и вперед. И я вот за пулеметом лежал. Как стратил. Кто-то будет считать. Отбили атаку, иначе передний край восстановил. Смерть-то перед глазами. Он же ведь тоже не пускает на свою территорию. А мы с боями, как говорят, скребешь землю зубами долезешь. Да, это ж ведь война, это не игрушка. Это война, это значит, ну как вам, игра в смерть. Если ты его не убьешь, не успеешь убить, он тебя убьет. Одно из двух выбирай. Приходилось волей-неволей бить его. В тыл никто не имел права удаляться с переднего края. Понимаете? Вот. И это не помогло. Значит, поставили заградотряды. Заградотряды, они не убивали. Они, значит, так скажут: «Иванов, Иванов, ты куда? Давай, шагай назад. Назад иди, иди туда, где тебе положено быть». А это все сейчас страхи. Я это все видел. И все на, как говорят, на моих глазах все это дело было. О том, что смерши всякие, какие там смерши. Такие же солдаты, которые, значит, то с одним глазом, то, значит, с одной рукой. Вот такие смерши были, значит, которые говорили: «Нельзя, туда, туда можно, а обратно нельзя. Надо выполнить боевую задачу, надо немцу нюх натереть, а потом, значит, пожалуйста, можешь с песнями и со знаменами идти». Назад идти нельзя. Нельзя назад идти. Вот и
и идут вперед, только вперед. А вперед идти или ранение, или смерть, одно из двух. А назад отступления не было. И не мечтали мы даже. Почему? Потому что мы знали, что сзаду заград отряд. Их мы не видели самих, это НКВДшников, но знали, что сзаду нас ожидают автоматчики свои. Это мы знали. Волей-неволей, а приходилось идти вперед. Ну, жутковато, конечно, по первости. Так как все, ну, мы просто еще не представляли, что такое смерть, что такое бомбежка. Уж когда вот начали нас обстреливали вот при первом нашем наступлении этим минометом, конечно, чувствовалось. Ну, потом ничего, куда деться. Ну, кого-то ранят, кого-то убьют. Я вот только с третьего захода меня так ранили. Первая радость – это если ты ранен. Это уже радость. Извините, я говорю, может, это кощунственно звучит. Но если ранен, что ты еще можешь идти или ползти, это уже ты остался жить. Теперь задача – как быстрее выбраться в тыл. Подолгу не держался на фронте, на передовой, подолгу. Как только в бою раз-два поучаствовал и раненый. Все оканчивалось ранениями. И идешь в этом медсанбате, ну или в санроте, уже тебе письмо отдают. Они там ждут тебя, так бы сказать. Это было большое счастье попасть в лечебное учреждение. Вот. В санроту или в медбат, это уже вообще тыл считалось. Когда идешь, так вокруг тебя пули свистят, так шинель-то почти вся в дырах. Вот. А волос-то дыбом идет. Поднимется, так идешь, значит, не чувствуешь их, вот, в азарте таком, значит, так. Другой идет, значит, стреляет, бух-бух, куда, или вверх, или что-то. Что-то надо же бить прям по противнику, противника бить, так. А они, когда идешь, они находятся в окопе, сидят, так, и оттуда бьют их по тебе, так. Вот. А потом у немцев уже как было, так. Допустим, они уже, у них точно разведка действовала, так. Если знаешь, что мы наступать будем, так, они поставят 2-3 пулемета, а остальных всех убирают, понял? И у них что? У них техника. Они добились, видят, что, значит, что им бесполезно держаться. Они раз и уехали, так? А наша пехота пока дойдет, а там уже нет ничего, так? Задача есть задача. Шли в бой. А человек, когда вот идет в бой, я вам скажу, нормальный человек, как говорится, частично теряет память. Мы пошли в атаку, и все. Я потерял память. Честно говоря. И интересная вещь вот. Как бы не было, мы были в голоде, так? А вот или нервное такое состояние человека, что солдат вообще на передовой не болели. А вот почему причины, не знаю. Я не раздевался, чтобы не ошибиться, в 41-м году
с декабря по февраль. Я не раздевался, и вши заели. Как сунешь туда, они там нос внизу. Вот. Потом, когда меня назначили помощником начальника разведки дивизии, я все снял, пошел в баню и все сжег. Передний край – это когда тебе фашист видит, когда на тебя летят пули, снаряды, мины – вот это передний край. А чуть отошел даже за кустики, ты уже как бы в тылу, тебя не видят. Пехота – это самый прицел. Вот сегодня пошли в наступление, рота, допустим, 120 человек, да? Прошли, осталось 20 человек. Кого ранило, кого убило, так. Попадались всякие люди, национальности. А котелок-то один. Котелок-то один. И отдыхаешь, минута выпала передышки в бою, друг к другу тулишься и спишь. Дружба крепкая фронтовая. Это значит крепкая дружба. Не поддельная, не искусственная. Там дружба... Встретил чужого незнакомого солдата, все, он твой друг. Потому что он будет защищать тебя. Почти всех национальностей солдаты были, понимаете? Дружба была такая боевая, понимаете? Если нужно, перевяжет. Если нужно, увезет. На лодке. Лодочки были специально. Собачку запряжет в лодочку и пошел. А собака знает, где медсанбат. Промокнешь, как черт, так. А ночью заморозит так. И лежишь. Я даже удивляюсь, что как так выдерживали, что не заболеешь ни черта, никто. Так что, да, все. Вот помню, в Молдавию шли, значит, дождь, слякоть такая, значит, была так. И уже темно стало, мы пошли, значит, нас повели по кукурузе. И вдруг немец нас встречает огнем, так. И мы там залегли до утра, недавно подняться куда. Все на нас застыло, так, колом, так. Ну а что? И не скажешь, что мама или папа, что я, значит, не пойду дальше, так. Скажут команду, значит, встать, вперед, и все. Март месяц, морозы. Прикрываешься, и вот чтоб одна голова только была воздух. Доступ, и все. И лежишь, а лежишь мокрый. В воде. Серьезно, мама. Лежишь мокрый, днем голову не высунешь. Немец бьет безбожно. У нас чего были? Винтовки и все. А у них на передовой у немца не было ни одного карабина, ни одной винтовки. У них все были автоматы на передовой. Только голову подымешь, тебе снайпер снимет. Ну, раз только окопаешься, так? Сняться и где-то, может, метров 200-300, вот, занимать оборону. Опять копать надо так. Да это ладно, если хороший грунт, что копается хорошо. А если пойдешь, камни нароешь, сейчас знает так. Я в пехоте был. Подняли в атаку, пошли. Я только поднялся, помню, я поднялся. Только голову поднял и больше не помню. Меня контузило. Я очнулся в этом медсанбате. Ребята пришли,
проведали свои солдаты. Спрашивают, как чего, я, у меня в ушах и сейчас часто звон стоит постоянный. Это самое многое человек выдержит два боя. Больше человек не выдерживает. Хоть и хвалятся, вот некоторые хвастаются, что он там на фронте ничего не боялся. Это все ерунда. Человек перед этим, перед угрозой жизни всегда боится. Любой человек боится. И зима только началась с 1944 года. Ну, наверх-то вышли, а смотрим, значит, полно идут колонны немецких танков. А потом вдруг эта колонна остановилась, и эти танки по целику, значит, пошли на нас. Подъехал он вплотную к какому-то нашему. И высунулся, и люк приоткрылся, я так немножко наблюдаю, думаю, конец. И он это что-то говорит по-немецки, там, «Хальт» или «Штейт ауф», там, и так далее. И это самое. Тот встал, «Хендехох», руки вверх, тот поднял руки. Вот, он что-то еще поговорил, потом взял эту самую очередь прямо по нему, выстрелил, потом какую-то ракету дали, и они повернулись и уехали опять на дорогу туда. А мы до вечера лежали, и вечером опять всю ночь шли, и дошли до этого, до Изюма, и, в общем, пришли к своим. Солдат иногда и спал-то, весь мешок под голову, да и все. Поэтому вот так и жили. Накормили завтрак вовремя, там, ну, в девять, восемь. Вот так. Не вылазили и никуда не... Какие кровати, что ли, там были? Ничего не было. Мы четверо суток и шли, не спали, не ели. Вот. И да еще все оружие тащишь на себе, так? Патронов больше запасаешься, так? Шли и шли, значит, вот, за повозку лошади, значит, за повозку держишься, так? Отцепи все, так, сонный, так? Пошел в сторону куда-нибудь, так? Давай в строй! Вот и шли, шли, значит, потом, значит, Там ракета. Товарищ командир, мы что, в окружении тоже? Да нет! Живем 2 дня, 3 дня. Ни почты, ни писем, ни газет, ничего нету. Тогда поняли, что мы в окружении тоже оказались, так. Ну, нас продержали там где-то с полмесяца. Потом, значит, где-то в 4 утра сняться, строиться. Так, идем прорываться. Ну вот и прорвались. Значит, там 45-ку поставили одну, чтобы она отстреляла так, значит. А мы на прорыв, как овцы, кучи все, так, прорвались. И пошли. Утром рассвет, немские самолеты пришли. Давай нас громить. Это ладно, что на чистом поле, так оказался длинный овраг. Пехота-то вся сбежалась в овраг. Самолет отсюда летит, мы на эту сторону прикрываем, чтобы достать. Он разворачивается, отсюда летит, мы на эту сторону, так. А что пушки были, лошади были, так, одно мясо поделал. Не дай бог такую войну, так. Мы
русские солдаты 40-50 километров шли каждую ночь. И приходишь на передовую, там уже, как говорится, не тем, что приходишь как убитый, как мертвый. Не успел к земле прислониться, уже спишь. Мне лично вот приходилось спать на ходу. Вот идешь, и впереди идущие ребята, свои же солдаты, идут впереди. Я иду, и его лбом вот так стукну, он приостановится, а я на него глаза вытаращу, не понимаю, что со мной. И тоже говорю, а ты чего, говорю, на меня смотришь так. На ходу сонный шли. Пехота всех охраняет и обороняет, пока готовятся к наступлению. Впереди всегда пехота. И пехота пешком. 100 километров прошел, еще охота, как говорят. Пехота. Вот. Пехота, матушка, ей достается больше всех. Там не думаешь ни на награде, ни о чем. Ничего не надо. Самая лучшая награда для меня вот была, это чтобы моя голова, хоть она и побита, чтобы хоть цела осталась. Вот единственная моя награда. Я за наградами не гнался. Там мы не гнались. Почему? Потому что бой кончился. Бой кончился, нас из полка никого почти не осталось. Награждать некого уже. А кто будет награждать, когда? И полковое начальство погибло, все. Кого награждать? Кто будет представлять к награде? Никого нет. Все перебиты. Награждать некого было. Кого там награждали, я не интересовался. Вот честно говоря. Я за наградами не гнался. Мне нужно было выполнить свой долг перед Родиной, перед государством. Так не опозориться, не опозориться. Вы знаете, что такое мать? Мать. Родина-мать, говорю. Вот единственное, что умри, а ее защити от всего. Так вот у нас, вот так мы воспитаны были в то время.